Друзья, всем большое здрасте. Прошла неделя, и мы снова с вами встречаемся. Сегодня мы на секретной поляне с Серегой. Место засекреченное, никому не можем его рассказать пока. Так что сегодня мы будем бомбить вот этот небольшой участочек. Он маленький, но очень интересный. Надеюсь, будут хорошие находки. Сейчас приступаем к процедуре прикармливания деда. Сейчас еще не совсем рассвело. Сегодня дед у нас получит. Будем проверять теорию. В прошлый раз очень хорошо выдал тростниковый сахар. Поэтому мы не будем изменять традициям. И подкормим деда сахарочком. В прошлый раз ему зашло это очень хорошо. Он нас удивил, так удивил. Поэтому там был тот земляной дед, а это земляной дед уже с других мест. И где-то у меня еще парочку червонцев было. Монетку обязательно кинь. Да. Опа. Мусор забираем, мы не свиньи. А теперь погнали копать ралики. Вперед. Как видите, рассвело понемножечку. Смотрите. У нас первая находка. Крупная монетосина. Большая. Что это такое? Ну, пока не знаю. Какие-нибудь 3 копейки. Или, может, советы 5 копеек. Это мы еще выясним, ладно? Любимая находка Сереги. Губная гармошка. Сейчас он вам сыграет. Друзья, какая-то вывалилась монетосинка у нас. Маленькая. Либо беленькая, либо желтенькая. Сейчас мы выясним, что это такое. Я пока не могу понять. Но на помощь нам придет киножурнал «Хочу все знать». Что вы видите? По-моему, какой-то 70-80-й год. Затерта циферка. Сейчас посмотрим на буквы, какие. Круглые. Где она там? Буквы круглые, значит, это послереформенная. Ну, монетка. Берем. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у Деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина, есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работ магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-In. Я и сам являюсь клиентом этого магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод PavelS и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Магазин у Деда Мити, ссылка в описании. Друзья, зачетнейшая находочка у нас вылезла. Ха-ха. Английская пуговица. Лев и единорог возле щита. Я вам потом покажу покрупнее. Очень интересная находка. Все в норме, все целенькое. Классное. Ее почистить, выварить в масле. Будет просто красота неописуемая. Берем. Снова монетосик. Снова монетосик. Это хер знает, что за монетосик. Это какой-нибудь, наверное, латвийский сантим. Да. А вот интересная тут полянка. Ну, подушка, правда, еще довольно большая травы. Еще совсем не полегла, так что приходится выискивать окошки, где можно покопать. Вон там в кустиках Серега монету нашел. Трет ее до дыр. Смотрите, что у меня лежит. Я не знаю, что это, но это похоже на пуговицу, конечно. Выглядит красивенько. Да, с ушком все. Это красивая пуговица, похоже. О, ух ты! Сейчас я возьму телефон, вам через объектив телефона покажу. Вот, можете посмотреть через телефон. Это пуговица Лифлянской губернии. Вот посередине виден герб. Венок вокруг герба. Ну, такая прикольная находочка. И
Я думаю, она очистится, будет очень хорошо видно, видно все. Такая фарфоровая подставка какая-то вылезла. Не знаю, чего, посуда, не посуда. Клеем нету. Непонятно, что это. Ну да, для опытов каких-то монет вымачивать сойдет. Кинем в карман. Но какие-то сигналы там идут, надо докопать. Вон виднеется в разломе. Опа. 24 сигнал был. Опа. Монетка горелая. Скорее всего, копейка. Империя, да, вот орел. Ну да, может быть, даже год какой просчитаем. Итак, друзья, мы выкопали мою любимую находку. Давайте наблюдать. Правда, она не в комплекте немножко. Вот такой вот боец Красной Армии. А может и не красный. Прикольный такой, четкий. Скорее всего, красноармеец. К сожалению, он бедняга. Его немножечко тут не комплект. Он остался без головы и без ступней. А так, в принципе, все в целости и сохранности. Такой вот зачетный парень. Друзья, зачетная штучка попала сюда. Смотрите. Вот видите, червь. Он как раз был. Он прополз через ухо этого предмета. Я вот когда поднимал, сначала думал, хрень какая-то. Смотрите, какая симпатичная штучка. Что это, я не знаю. Какое-то украшение. Может быть, на мебель. Или еще куда. Ну, какой-то декорчик старинный. Сразу же не успел я яму закопать. Ее вот это невиданное чудовище заняло. О, какой зеленый весь. Друзья, кто признал, пишите. Копаем один из высоких сигналов. У меня вообще было 34-38. Не, ну у меня где-то 23-24. Сейчас посмотрим, что тут будет. Он меняется. Он у меня высоким звонил. Причем четкий такой чистый сигнал. Хороший. Где-то есть, да? Угу. Унитаз. Ну да. Это, скорее всего, пол копейки Николая, судя по тому, что ВДИ высокая. Я даже сейчас не видно. Ну, скорее всего. Потому что с сантима латвийские они звенят более ниже на порядок. Да, вот Николай виден там. Ну, убитая монета. Монета. Опять монета. Снова монета. Опять монета. Серый нашел медаль за отвагу. Сейчас идем к нему. Тоже низко звонила, главное, 18-22. Ага. Я думал, что это... Ну-ка. Мы пришли подглядывать. Ну да, есть какой-то интересный тут вот. Ну-ка, дай сюда. Сигнал. Ой, не сигнал, это рельеф. Какой-то, ага, рисунок. Короче, у меня находка уже отжали. Охрененная, да, похоже, медаль. Находка отжата. Сейчас мы через телефон посмотрим. Посмотрел? Дай другим посмотреть. Офигеть, ведь сохран у нее просто отпадный. Сейчас нажмем на паузу, я приготовлю все, телефон, будем смотреть. Власть. Так, читаем, что на медали написано. Я вижу посередине слова «власть», «совет». Ну, это какая-то Россия. А, да здравствует власть. Да здравствует власть. Все поняли? Так, переворачиваем. А там сзади вообще бомба просто. Сейчас я сниму перчатку. Там просто бомба сзади. Да. Там бомба, все, короче. Смотрим. Так, настройся. 1917. Видите, какие тут хрени, флаги. Тень создать. Да. Просто бомба. По-моему, 1917, если не ошибаюсь. Ну, конечно, Серега найдет. Я думаю, медаль такая должна быть известна в этой
последней истории. Найдем хорошую картинку, да. Да, и это все, все покажем. Я тоже вам покажу у себя на канале. Вот тут вот. Короче, друзья, вот полянки волшебные. Кому понравилась находка, поставьте лайк. Мне и Сереге. Батл. GoPro 7 против GoPro 8. Друзья, у нас в яме лежит круглый предмет с дыркой. Пока я к нему веду камеру, догадайтесь, что это такое, напишите в комментариях. Круглый предмет с дыркой. О, это у нас жетон. Жетон, скорее всего, какой-нибудь коровий. 205, 285. Ну, так себе находка. А, нет, тут еще какие-то. Кстати, я такие встречал уже. Тут какие-то 06P, WG, WV. Ну, надо потом почистим, сфоткаем, что там на нем нарисовано. Ну, друзья, вот то, что сейчас лежит в яме, для меня неизвестность. Это может быть как говно, кефирная пробка, так может быть какая-нибудь серебряная монета, а может быть что-нибудь другое. Короче, смотрите. Вот что это такое, по-вашему, а? Как вы думаете? Вот напишите в комментариях. Что это такое? Может быть, тоже жетон какой-нибудь? Да, жетон, наверное. Вижу дырку. Ага. Это точно такой же жетон, как был в первый раз. А выглядело солидно. Да, у меня сегодня количество жетонов зашкаливает. Целых два. Вот смотрите, тут он недалеко лежал. Что-то здесь склад жетонов. Ну да ладно, почистим, помоем, посмотрим. О, 92. Там опять какие-то дабл-вы видны. Ну ладно, потом изучим. Продолжаем. Вон серый там бомбит поляну. Жестко. Друзья, только что я выкопал монету вот в этой куче. Ногой ее замахнул. Для контроля махнул детектором. И четкий цветной сигнал. И вот что у нас тут лежит. Ух ты. Ай да. Вот это номер. Ни хрена себе пуговка. Какая-то красоты невиданной. Ого. Такая симпатичненькая. Прикольно. Какие-то орнаменты, кружочки. Короче, красиво. Красивый пуговиц. На всякий случай засниму высокий сигнал. Вдруг что-нибудь интересное? Куда делась? А, ну да, монета. Монета. Там кто-то есть. В лесу кто-то ходит. Друзья, я очень неожиданную находку сейчас нашел. Я хотел серебра сегодня, я его, похоже, получил. Смотрите, что у нас лежит. Хо. Это кусочек перстня старинного. Я не помню, на камеру я это не говорил или не на камеру. Вот, пробы есть. Попробую приблизить, посмотреть, что за пробы. Если 84-я, то это вообще жопа. Я не помню, я на камеру говорил. Хочу серебра 84-й пробы. Ну вот.
Сейчас будем глядеть, что это. Друзья, у нас очередной схрон. Сигнал был шикарнейший. Ой, бля, какая вещь. Ого. Как вам такой Илон Маск? Вещь, короче. Серег, надо тебе? Нет. У тебя на кувалду, а надеешь на нее? Как я потащу, блин, далеко. Ну как потащишь? Можно на нее катушку надеть, блин. Хорошая штука. Вообще, друзья, копал сигнальчик. Отмахнул ногой землю. Смотрите, что я увидел. Но это, по-моему, не то, что я копал. Смотрите, какая бутылочка, а? Офигеть. Ну, мне кажется, что-то старенькое все-таки, а? Как ваше мнение? Что вы думаете по этому поводу? Красивая. Заберем, почистим. Такой в коллекции у меня точно нету. Отлично. Вещь. Заморская, цены немалой. О, какая у меня бутылочка выпала. Прикольная. Да, это аптечная склянка начала 20 века. У меня, кстати, такой не было. Да, хороший экземпляр. У меня тоже так. Вот такая бутыленция. Сейчас вот мы тут... Лежала, я тут нашел железяк. Серега тоже здесь шурф решил заложить. Нашел какую-то каванину там. Отшвырнул в мою сторону. Не попал, правда, в меня. Шурф заложили. Вот такая вот рюмашечка с него вылезла. Жалко, битая, старенькая была, наверное. Но, к сожалению, увы. Водочный набор нам не достался. Ладно, вперед, поехали дальше. Ну вот и шурфик дал результат небольшой. Собачий жетон. Да. Красота. На щеточку. Давай. Почищу. Ой, он вообще в идеальном состоянии. Он даже с этим самым... Сушками, первосушками. Смотри, как все четко. Смотри, как все четко видно. Какой? 933. Рига 933. Охренеть. Вот это состояние. 28. Прямо наверху сидел. Да. Вот так вот. Сохран, конечно, зачетный. В идеале. Давай посмотрим. Сейчас мы зафоткаем его. Везде. Рига 1933, вообще нулевый, как это самое, как с монетного двора вещь. Прямо наверху лежал. Поймал сигнал, да? Угу. Ключ от квартиры, где деньги лежат. Вы представляете, что закрывалось этим ключом? Сундук. Какая дверь? Может, сундук, ты прав. Всякому могло быть. Прикольно. Но брать не буду. Повешаем куда-нибудь на сучок. Серега нашел интересную находочку, монету, но на ней остатки тряпки остались. Судя по всему, это, наверное, мешочек был, в каком-то лежала. Очень лохматая монета. Угу. Где остальные? Где более крупные номиналы? Попалась мне вот такая вот пуговка, друзья. Она в этом самом, в чехольчике. Но вот ушко сзади отломано. Давайте посмотрим, под чехлом что-то осталось или нет. Опа. Ну, как видите, под чехлом ни хрена не осталось. Зачехленная пуговица оказалась пуста. Вот от нее тряпочка. К сожалению. Увы и ах. Вот так вот коп у нас происходит. От елочки к елочке, от березки к березке. Друзья, смотрите, какую я обручалочку вытащил. На палец можно одевать прямо вместе с перчаткой. О! О, какая! Звенело, конечно, пипец как хорошо, но все-таки, я думаю, это какое-то технологическое кольцо. О, какая, смотрите, друзья, бронзовая хрень. Такая загогулина гнутая. Часть какого-то элемента, украшения. Интересно. Но сломано, все погнуто, сломано. Что-то было похоже красивенькое. О, какой-то был.
Это вот стекла начали опять появляться, какая-то кучка. Смотрите, красота какая неописуемая. Барышня. Это ангелочек. Да. Святая тарелка. У тебя бутылка святая еще. Вон еще у тебя. Да, тут вообще. Это от нее, похоже, от запчасти. Пошли эти. Вот пластина медная. Ага. Звенела. Маркировок нету. Вот попадаются вон такие. Ну это да, я тоже старая. Все битое стекло. Тут какая-то. Тут надо шурфить так же самое. Вот. Чайничек. Чайничек какой-то был. Вот этот ангелочек ел из этого чайничка. Если маленькие косточки, ты сейчас выкопаешь. Это будет человечек, который отовсюду кушал. Это что? Таз. Таз? Эмалированный. Эмалированный горшок ангелочка. Все, пока нету. Я, друзья, не богохульствую. Абсолютно. Вон, вон, смотри, что-то еще. Вытащил. Ой, вон, горшки полезли. Это подкова охрененная была, да? Стропон. Древнегреческий. Что это? Чопик. 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 А, это батарейка. Ага. Серега, там клейма какие. Вот это царские клейма идут. Посмотри. Уже, блин, стерлись. Ну, Кузнецовский, наверное. Кузнецов, наверное. Фабрика Кузнецова. Мы посмотрим, как работают профессионалы. Вот смотри, какая была блюдица. Блюдо. Ай, блин. Интересно. Что происходит? А, вот сигнал, какая-то чашка. Чаша. Представляете, что там вообще лежит внутри? Что-то может попасться. Сбрасывая эту посуду, могли сбросить какой-нибудь дом, к примеру, сносили. И все утварь, блин, ахнули куда-нибудь, а что там в горшках, железяк, в чайничках было, никто же не знает. Ну тут все фонит. Вон это, да это куча целая, блин. О, что это? Изолятор какой-то. Изолятор, блин. Да. Это очень в тему, блин. Во-во-во, кругляхи, кругляхи. Итак, друзья, закончили мы сегодняшние наши покопушки. Сейчас мы с вами поделимся результатом. Тут забурились под куст с Серегой. Разложили находки. И давайте начнем с Серегиных. Монеты полное говно, что у него, что у меня. Они там что-то будут видны, но их надо от этой грязи очищать. Шо у Сереги, вот бутылочка. Аптечная склянка начала 20 века. Вот эта крышечка. Какой-то, я не знаю даже от чего. Вот здесь явно оси были. Она на чем-то вот так вот открывалась, закрывалась. Ну, затрудняюсь. Немножечко пуговиц, шмурдяка, ложки. И находка дня у Сереги, это, конечно, медаль. Да здравствует власть. Снизу еще не прочитали. Но фото мы приложим уже потом в очищенном виде. И вот тут за какие-то флаги. Что-то еще. Тут, короче, зачетная такая находочка. Я, честно говоря, такую ни разу не видел. Но я думаю, в интернете информацию мы про нее найдем. Ладно, переходим в мою хабарницу. Что у нас тут? Вот такая бутылочка. Я так понимаю, от духов это, конечно. 13 монет. Вот эта тварь, бля. Это не наша, это я не копал. Она сама приползла. Вот она здесь сейчас. Думаю, так, бля. Мой хабарчик. Что это за хрень? Почему? Кто все эти люди? Откуда все мои монеты здесь? Вот 13 монет, вот троячок здесь 1914 года. Советы, сантимы, ой, не советы, сантимы Латвийской республики и империя. Вот советик один попался. Ну и переходим в верхний ряд. Верхний ряд всегда поинтереснее. Два жетона каких-то там. Фото приложим. Пуговки. Пуговка английская. Лев-единорог вокруг герба. Пуговка Лифлянская губерния. Пломбы. Я в основном пломбы, по-моему, в карман бросал, даже в мусор. Вот такая хрень непонятная. И вот свойство солдатик традиционно. Они почему-то солдатики без ступней и без головы. Тут какой-то маньяк орудует, похоже, который отбивает ступни и головы солдатам. Вот. И жетон собачий вообще в идеальном состоянии. Практически он только отштампован
на Монетном дворе, блин, 933 год, собака номер 3123, блин, по роже спаниель и колечко, пол кольца, 84-я проба и кольцо с крестом. Вот так вот. Вот такие вот у нас сегодня находки. Все, мы с Серой с вами прощаемся. Всем пока. Всем пока. До встречи через неделю. Мы вам еще покажем, как надо искать. Пока.